Где сильный свет, там и тень. Дай Бог, в будущем мы тоже такие выставки будем проводить. Лишь бы вы были рядом. Пусть эти злодеи ответят перед законом, сволочи. Не спеши. Все беды, которые есть на земле, увидев нас, влюбляются, что ли? Все наши проблемы из-за этого подонка Дастона. Теперь я должен тебе ужин. Предупреждаю, отказы не принимаются. Ого! У нас не принято от ужина отказываться. Ази! Азиза! Ази! Ази! Сейчас! Да, сестра? Слушай меня, ты! Ты что творишь, стерва? Ты что творишь? Сюда иди! Сюда иди, говорю тебе! Слушай меня! Ты ходишь как тихоня, теперь себя невинной показываешь, да? А что я сделала, сестра? Говоришь, боишься мужчин, а самогласки строишь. Да еще в таком виде, еще в таком состоянии. Если я еще раз увижу, как ты глазки на Батыра строишь, пеняй на себя. Поняла меня? Поняла, говорю. Я сегодня не приду домой. Если что-нибудь случится, когда меня не будет, ты не жди от меня добра. Поняла меня? Алло? Да, ассалам алейкум. Да, дорогой. Да, любимый. Да. Я дома. Сегодня должны встретиться обязательно. Да, это по поводу оформления дома. Хорошо, ладно. Ладно, всего хорошего. Пока. Азизу. Ну что, все дела решил? Хорошо, пока поработай с ними. Отлично. Можно? Заходи. Ладно, потом поговорим. Что случилось? Это вам передали. Что, Джамаль?
Этот человек, который желает вашей смерти, может, вы узнаете его? Джамаль. Что нового, Шахноза? Я нашла себе новую квартиру. Ты должен немедленно переехать. Да, они сейчас у моей двери. Жди звонка, я сама тебе позвоню. Да, неплохо, неплохо, да? Братишка! Есть что покурить? Нет, ничего. Ой! Тогда сделаем сейчас так. Вон там магазин, быстренько туда съездишь и купишь нам, братишка, да? Топлива нет. Братишка. Если нет топлива, то можем дать газу, да? Слушай сюда, следи за языком, понял? Ну? Что? Успокойся. Да ты напугал его! Вставай. Забери это. А, пришла? Привет. Привет. Извини, немного опоздала. Да нет, ничего страшного. Ты очень прекрасна. До этого момента не обращал внимания. Тебя что, не учили старшие? Чему именно? Некрасивых девушек не бывает. Ты меня продолжаешь удивлять. Разговор в свою пользу перевела. Я просто сказал первое, что мне пришло в голову. Не надо лгать. Ты же комплимент мне хотел сделать. Ну ладно. Пусть будет так, как ты говоришь. Эй, все. Ты меня на ужин позвал или спорить со мной здесь? И то, и другое. Ах да, чуть не забыл. Ну-ка, идем. Рамс? Достон, если ты читаешь это сообщение, значит, я уже в самолете.
Друг мой, я улетаю. Никому еще ничего не сказал. Знаю, что это сложно, но я должен это сделать. Я не вижу больше других путей. У людей бывают цели и мечты. Я не смогу достичь своей цели, толкая тележки на рынках. Поэтому я решился в путь в поисках своей мечты. В этой жизни у меня только два друга. Один из них — ты, а вторая — это моя бабушка. Бабушка? У меня есть к тебе просьба. Навещай бабушку почаще. Не дай ей, чтобы она обиделась. Постарайся сделать мое отсутствие незаметным для нее. Это письмо отправляю так, как я тебе доверяю. Деньги, которые я заработаю, хочу отправлять бабушке через тебя. В этом плане только тебе я доверяю. Береги, пожалуйста, бабушку. Твой друг Рамс. Улетел, значит. Эх, Рамс, Рамс. Что ты начал, друг мой? Я хочу уже столько времени спросить у тебя кое-что, но стесняюсь. И что же, такую непокорную девушку как-то озадачила? В тот день... Так? Когда ты купил кольцо и его украли. Ну? То кольцо, оно нашло своего хозяина, да? А давай посидим и поговорим. Садись. Это кольцо до сих пор ждет своего хозяина где-то. Ого. Как же ты покупал кольцо, если еще нет хозяина? Хозяин кольца умерла. Ой, даже так? Я прошу прощения. Она на самом деле жива, но для меня она умерла. Твоя возлюбленная? Была возлюбленной. Да ладно, это все в прошлом. Даже не стоит воспоминания. Мне больше важно мое будущее. И следующие дни важны. Может, это к лучшему, что мы расстались. Может быть, судьба хочет преподнести намного лучше нее. Ты прости меня. Все, хватит. Я не люблю это слово. Все в порядке. Уже поздно. Я поеду домой. Зухра, постой. Я тебя провожу. Нет, спасибо, я сама. Зухра? Ой. Где же он ходит? Вроде бы нет у него таких привычек. Ой,
Сынок мой, зачем же ты так? Зачем так поздно ходишь? Ой. Уже так поздно. Ни разу мне не позвонил. Где же он ходит, а? Дай Бог, чтобы с ним все было в порядке. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Пусть все будет хорошо. Телефон даже отключил. О, Боже мой, сыночек. Почему же ты так? Почему мое сердце так неладно чувствует себя? Почему так на сердце неспокойно, Господи? Все будет хорошо, дай Бог, пусть все будет хорошо. Ой. Сейчас. Сейчас. Ой. Здравствуйте, бабушка. Достомбек? Здравствуйте. Заходи, сынок. Как ты? Хорошо, спасибо. Ну-ка. Как вы сами? Заходи вовнутрь. Скоро твой друг тоже должен подойти. Наверное, вы уже разговаривали, да? Я сейчас. Бабушка, не утруждайтесь. Это самое... Почему-то я не могу дозвониться до Рамзедина. Раньше такого не было. Никак нельзя дозвониться. Бабушка. Да, сынок? У меня есть к вам важный разговор. Давайте зайдем вовнутрь. Да, да, конечно, сынок, проходи. Идем. Все хорошо? Кидайте. Возьми. Спасибо. Знаешь, Самира, я тебя люблю больше своей жизни. Я вам не верю. Вы врун. Вон на ту девушку посмотрите. Она красивее меня. Влюбитесь с одного взгляда. Там же никого нет. Вот видите? Вы не любите. Если бы любили меня по-настоящему, не оборачивались бы. Я вам все равно не верю. Ладно, не обижайтесь. Эй, я пошутила же. Больше так не шути. Эй! Прекратите! Самира. Ты тоже думаешь обо мне? Бабушка, только возьмите себя в руки. Все, что я скажу, обрадует вас. Ну-ка, сынок, говори уже. Ну, говори. Это... Бабушка, знаете что? Рамс... Это самое... Рамс... уехал в Россию. Ой, ты что говоришь?
Ты шутишь, что ли? Нет, бабушка. Не шучу я. Он и вправду уехал. В общем, мой друг Рамс выиграл какой-то грант со стороны государства в сфере компьютерной технологии. Поэтому ему пришлось уехать срочно. Как он обустроится, он обязательно свяжется с вами. А пока я буду вас навещать. Бабушка, вы до сих пор не верите? Вы лучше порадуйтесь за него. Ну, тогда я пойду, бабушка. Завтра я еще приду. Вы не переживайте. Отдыхайте спокойно. Ладно, бабушка. Все равно не поверила. Куда он поехал, не сказав мне ничего? Куда же он делся? Сыночек мой. Почему он бросил меня одной? Куда он? Что он будет делать в другой стране? Что я буду делать без него? Ведь я и дня не могу терпеть, если его не увижу. Почему ты уехал, Рамзедан? Ох, сыночек мой, сыночек. Несколько дней спустя. Самира, подними трубку. В порядке ли все? Я звал тебя, а ты не пришла. Я принимала лекарства. Если больна, я бы сам вылечил тебя. Сейчас сестра должна прийти. Если увидит, что вы встали, на меня будет орать. Ты что, так боишься своей сестры? Послушай меня, Азиза. Если будешь делать то, что я скажу, я сам спасу тебя от нее. Ну, ты мне доверься и все. Тогда будет все хорошо. Да, хотя ты и нелепая, но все равно красивая.
Вы даже не звонили мне. Ни трубки не поднимали, когда я вам звонила. Ни на одно сообщение не отвечали. Сколько раз я вам писала? Сколько раз я вам звонила? Ни один раз не ответили. Выходи. Выходи. Отдай ключи. Не отдам. Отдай ключи. Нет, не отдам. Отдай, говорю. Нет. Нет, сказала. Открой. Не открою. Открой. Я сказал, открой. Открой. Открой мне. Я вас не слышу. Ну, открывай же. Ты в своем уме? Открой. Открой. Ладно, открывай, поговорим. Поговорим? Да, открой только. Хорошо, тогда садитесь. Куда? Туда. О чем ты хочешь поговорить? Вы простите меня. Я не успокоюсь, пока вы не простите. Простите! Я из-за вас пораньше приехала. Ладно, прощаю. Если еще раз так сделаешь, больше не прощу. Понятно? Дурочка, давай. Ну давай ключи. Выходи. Куда поедем? Кушать хочу. Да, хорошо, понятно. Да-да. Все. Я вас понял. Понял. Будьте здоровы. Угу. Что? С утра такое грустное лицо. Все в порядке? Сардор. Да? Ты же мой друг, не так ли? Да, я не убийца, но воровать я люблю. Ты же сам говорил, мне не хватает внимания. Почему это внимание не уделяли до того, как все произошло? Поверит ли сестра, если расскажу о том, как смотрит этот человек на меня? Я хочу пригласить вас на ужин. Как у вас со временем? Вам не понравилось предложение? Прости меня, сыночек, за то, что я доставила тебе столько хлопот. Прости.